Друзья, всем доброго дня. Такая вот у нас погодка. Вот. Чё я приехал? Приехал я поработать. Мне надо как-то блок загрузить. Сейчас ждем помощника. Соответственно, там надо будет мне... Поехал вообще за цементом, короче, мне не хватило 3 мешка цемента залить в сарай. Вот, ладно, позвонили, в Питер надо отправить вот блок, коленвал, ну там комплект прокладок, поршня, вот. Ну и все такое, что для капиталки. Вот, через ПЭК будем отправлять, потому что блок не проходит через ДЭК, блок больше. Вот, сейчас соберу все, в блок, наверное, положу прокладки, наверное, поместится, еще что-то. И в коленвал, я думаю, 2 коробочки как раз получится у нас. Потом положим, и все, нормуль будет. Так что потихонечку двигаемся. Так, такой вот блок. Ну, в принципе, все, нормуль тужурь. Сейчас я думаю... Попробуем на него положить комплект прокладок. Короче, что-то он не залазит. Комплект прокладок. Придется подпилить или согнуть. Да согнем сейчас. Я думаю, там как раз прокладки длиной идут чуть-чуть по-другому. Сверху как раз можно будет что-нибудь поршня да заколотить. И все. Я думаю, все нормально будет. В принципе, так-то вроде все нормально прям. Здесь подрезал краешек. Ничего вроде. Все нормуль. Сейчас что-то надо докидать сюда. Так, что у нас получается? Так, поршня, кольца. Здесь у нас коленвал получается. Так, чтобы не забыть, так, это у нас шатуны, вкладыши, пальцы. Так, это масляные форсунки, комплект прокладок и болт. А, болт еще один, и все. В принципе, все. 4 шатуна, комплект. Так, пальцы на поршня, масляные форсунки, комплект прокладок, блок. И здесь... Сейчас вот все надо это как-то укомплектовать мне, чтобы поехало это в 2 коробочках. Еще загрузить. Шарик. Шарик. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Где киса? Кс-кс-кс-кс-кс. Сидит на востро. Да, погодка у нас такая себе нелетненькая. Никого нету. Лето закончилось. Все. Так, коленвал у нас что? Может сюда поршня, наверное, вот так вот. А, еще фиг они сюда поместятся, поршня там. Ладно, сейчас будем что-нибудь думать, как что уложить. Так, ну я думаю, это, наверное, мы сейчас вот так все ровненько уложимся. И все это вот так поедет. Так, здесь... Здесь я положил вкладыши, масляные форсунки, здесь 4 поршня, это шатунные тут вкладыши все эти, и у нас осталось шатуны и прокладочки. Ну и вот, я думаю, сейчас это и сверху шатуны 4 штучки, и все, загружаемся и в ПЭК. Как только загрузить теперь этот блок загруженный, это ладно, я закину, заколотим, закину. А вот это вот, дружок, надо кого-то еще звать. Здесь я, по-моему, начну после такого по-большому ходить очень часто. Ладненько, сейчас кого-нибудь найдем. А у нас тут... иди сюда, малай!
Иди сюда. Пошли, пошли, помоги. Иди сюда. Айда, айда. Пошли, пошли, пошли работать. Пошли работать, иди сюда. Собака не хочет. Короче, я не знаю, в пыке, блядь, там закрывать надо, не надо ли, блядь. Хер знает. Ладно, там потом доработаем, блин. Сейчас еще надо заявочку дособрать на Саранск. Поршня, там прокладки задней цепи, ГБЦ, что-то такое, короче. Сейчас соберу. И все. И поедем. Потом с ДЭК еще отправить надо будет. Вот так вот. Еще чуть-чуть. Ну, хватит. Чего так пойдет? Питер. Поехала. Так, пойдем узнаем, что почем дали бумагу. Сейчас посмотрим, сколько до Питера обойдется. Но... Короче, что-то я отправил, всего 2550 получилась отправка. Так, и мы сейчас поедем отправлять на Саранск еще заявочка. Вот так вот получается у нас 4 поршня с кольцами. Масляный, топливный, сальник коленвала задний. Так, а еще, по-моему, передний. А, вот передний здесь, поршня, прокладка ГБЦ. Я думаю, не раздавит че ее. Или раздавит, блин. Если будет убрать. Все равно как-то. Прям под самый край, прям как раз таки попадает. Чуть-чуть все равно загибает, да? Да. Вон крышки как разобрали, кстати, быстро. Осталось 5 штук эти фотоновские. Было 40 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, да. Такие плиточки. 40 штук было, ё-моё, осталось 5 всего плиток. Ой, плиток, крышек. Крышек, крышек. Так, ладно, сейчас что-то думаем. Все это заделаем. Пупырчатой этой. Пространство все забиваем и все, везем, сдаем. Это у нас на Саранск поедет. Штрих-коды, чтобы лишних не было. Так, ну все. Здесь я пупырочки добавил этой. Сейчас поедем, отправим. Тут нам еще дел много на сегодня. Такая коробочка получилась у нас. Так, ну все. Отправил я на Саранск, то есть большая коробка. Что-то там 6 килограмм. 600 рублей вышло ровно на Саранск, Сульянск. Ну тоже, да, вроде 600, блин, 240 километров ехать, 600 рублей. Блин, порой что-то в Челябинск отправлял, да? 600 рублей коробка. Но вес поменьше. Коробка по объему, ну, в принципе, плюс-минус такая же. Что-то не знаю, какие-то маршруты некоторые видно, может, не туда или сюда. Так вот, еще в Валдере же надо заехать. Забрать здесь что-то. Что-то. Мои мне написали, заедь, забери.
Короче, заехал я в Альберес. Оказывается, там подгузники. И тетрадку для дочки, там для школы, что ли, что-то. Короче, ладно, сейчас теперь надо будет куда-то доехать, кофеечек попить, я думаю. И мне надо еще в строительный магазин цемент купить на завтра, если с утра. Да, ну, в принципе, 3 мешка закину. Мне там осталось чуть-чуть залить прямо перед входом. Вот так вот. Такие вот у нас движения. Короче, взял я 3 мешочка цементика. Вот. Мне там долить осталось чутка. Вот. Сейчас поедем еще. Продуктишки надо взять. В магазин. Кофе так и не попил. Блин, а надо бы. Кофеечек тоже надо бы попить немножечко. Ладно, полетели. Три мешочка. 3 мешка по 25 забрал. Хватит. На завтра, если ничего не будет с утра, надо будет долить там сыроюшку. Все, у нас уже вечереет, темнеет. Короче, зашел я в Магнит. Первый раз попалась мне курица, блин, за 500. Что-то 18 рублей. 518 рублей курица. Я, короче, вообще что-то первый раз зеленое село. Думаю, нифига себе, курочка ряба на 5-хаточку. Вот так вот. Вот так вот и бывает. Ну что, сегодня вроде бы по сути так-то все успел, но не успел доделать себе сарайку. Вот. Автобусик зав. Так, ладно, мы уйдем здесь тогда. Поехали, вы чё? Вот так вот и день проходит. Время 7:00. Не, ну не всегда, конечно, так день, но когда чем-то занят, почему-то он прям мгновенно пролетает. В принципе, так всегда. Все-таки у нас здесь как все построили, пешеходную зону, все дела, столбики, так все прям освещат. Все вообще прям по красоте. Здесь тоже так же сделали столбики, все освещают. А так должно быть везде. Все четенько. Пешеходик идет. Его видно, что он идет, а не катится. Вот. Потихонечку раз, поехал. Здесь уже вот магазинчики поставили. Мясной удар вон даже есть. Нифига себе, мясной удар. Эх, стрелка горит. Эх, не успели. Ладно, прямо уедем на Авиастар. Прямо у нас Авиастар завод. Сейчас там на разворот и поедем за город домой. Друзья, всем доброе утро. Новый день, короче. Я тут с утра встал уже. Что-то думаю, так-то дел много, отправок очень много скопилось. За ночь. За ночь, короче, есть отправки, да. Сейчас надо будет нам отправлять там форсунки отправить. Потом еще там по мелочи. Вот. Думаю, решил-ка я сейчас
сарайчик дозалью и поеду. И потом еще с области тут тоже с утра отзвонились, тоже оплатили все, тоже заказ надо будет раскидать. Сейчас покажу, на чем я тут остановился в сарайке. Вот, у меня здесь вот такой кусочек остался. Соответственно, это я пока застелил. Вчера вечером приехал, когда все отправил. Вот, сейчас хочу отсюда залить до сюда. И все. Чтобы более-менее хотя бы здесь можно было ходить. Но без вот этого мусора, я имею в виду. Я же для чего тут делаю? Чтобы здесь погреб нормально был. То есть можно было вокруг него ходить, двигаться. То есть тут как бы ювелирной работы такой не надо, я думаю, исполнять. А остальное там уже все это... Что-то как-то вот так вот. Надо будет еще чуть-чуть прихватиться попозже. Выровнять. Как раз сейчас пока все развезу, там это раскидаюсь. Часа 4. Ладно.